играю хуже, чем днем, но давайте попробуем, в принципе. Особо я ничего не теряю с этого. Так, ну начало вроде неплохое, без ресетов на GGM уже обошлись. Посмотрим, что дальше будет. Опс, не туда. Блин. Ай, так, зафейлить. Да, ну вот, может быть, стоит ресет уже сделать. Но если эта попытка не увенчается успехом, нет, она... Увенчалась успехом. Ну ладно, хрен с ним. Пока что не критично особо. Воу-воу-воу-воу-воу, ты что делаешь? Да, рандом сейчас, конечно, выдал непонятное. Да, первый стейдж клир. Отлично.
с этим экраном сегодня не так. Уже, блин, сколько раз я на нем умирал-то сегодня, а? Блин, теряю я время, конечно, на таких глупых смертях. Ну, поторопился. Да, время, конечно, хреновенькое, прямо скажем. Я уже вижу. Блин, тупой альт. Я думал, у меня игра вообще залагала и сейчас рипнется. Это я нечаянно, короче, альт нажал, поэтому она замерла. Но я что-то конкретно сейчас испугался. Не понял вообще, в чем прикол. Так, сейчас не успел нажать влево. Сейчас успел. Не грузятся стримы. Воу. Ну блин. Это печально, но я надеюсь, что если я добегу, допустим, вдруг, то... то как бы... я сумею создать хайлайт. Да, привет, Арчи, привет, гейм. Блин, время уже, конечно, хреновое. Ладно. Не знает. Так, 9 минут до башни Гая. Получается, саб 10 у нас уже не будет до Гая. Главное ферстрайнуть. И главное не умереть, собственно, здесь. А там потом, если что, можем... немножечко затаймсейвить там на третьем стейдже. Так. Фух. Что-то мне показалось, что я не влетаю в 16 пикселей, если честно. Ну, как я и говорил, рип саб 10. Ну ладно.
Пока что они особо критичное отставание, на самом деле. Нужно пробовать first try. Воу-воу-воу. Что ты делаешь, рандом? Как-то рандом сразу мне дал понять, что мне легко не будет. Вроде бы я выжил. Вот сейчас буквально еле-еле я все это перепрыгнул. На самом деле сделал ошибку я. Надо было еще чуть выше залезть. Хрен с ним на дамаг. Главное тут, что я остался жив. Не уверен я был, что я сейчас умрет Гай, поэтому на всякий случай я еще триггерил одну хуже. Но дамага хватило. Хорошо. Да неужели? С первого раза стригерил этот шип. Это было очень высоко. Идеально. Господи, что ты делаешь? Зачем ты торопишься так? Да ёлки-палки, сейчас будем сидеть. Сейчас будем сидеть на этом, да, экране. Привет, Судалс, но я так понимаю, ты меня не слышишь. Не знаю, что за хрень отвечать сегодня стримами. Ну как бы я нормально смотрел и Rust, и кого там, и P2. То есть проблем не было вроде особых. Может, они появились как раз таки, когда я закончил смотреть Rust. Да, у меня было все нормально. О, любимый экран последних стримов. Как же я его люблю. В скобочках нет, да блин. Это ужасно. Опять не first try, CPU. Да что ж ты будешь делать-то? Что с этим экраном за хрень у меня происходит? Это абсолютно бесплатный экран, абсолютно. Блин, везде по одному шипуку наставили. Привет, Расти. У тебя работает или не работает? Ну, я так понимаю, не работает, раз он не отвечает.
Стоп, 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 стоп. Короче, без скипа. Блин, не хочу я сейчас уже учить его, честно. Тем более скоро Казва Студио выйдет. На E3. Ну что, что за потеря времени здесь? В принципе, и без этого скипа можно саб-2 сделать. Неплохо. Только на одном сейве, по сути. Я застрял, по большому счету. С гейтом в конце. Ну, я про вайт-черри, конечно, скрин. Саб 18 инклюк, а до инклюк, точнее, неплохо. Да ё-моё. Так, посмотрим, удастся ли мне пройти с этой попытки инклюком. Ну, по дамагу, в принципе, в общем-то, неплохо. Я думал, что будет хуже. Посмотрим, что у нас будет по рандому. Рандом звездочек был, ну, неплохой, в принципе. Ну, как рандом. Там с небольшими вариациями всегда вроде они влетают, а... Вот этот вот рандом был просто шикарный. Просто шикарный. Да, это не first try, но это, по-моему, с какой даже? С третьей или с четвертой попытки пройден босс. Неплохо. В принципе, неплохо. Так, погнали. Четвертый стейдж. Thank you.
Найс. Хороший GB все-таки сейчас был скрин. Обычно я дольше сижу на нем, на самом деле. Вау. Вау, супер. Вау, фантом без смертей, по-моему, да? А, или была одна смерть на... Подождите, я что-то... Что-то я уже забыл, были ли смерти на фантоме. Ладно, неважно. Продолжаем. Продолжаем четвертый стэдж проходить. Четвертый стейдж очень хорош, но я не хочу забегать вперед, потому что я могу застрять и на консайенсе, и на эксплорере. Поэтому давайте не будем раньше времени говорить. Вау, отлично. Консайенс, по-моему, тоже, ребят, без смертей прошел. Это что-то вау. Если честно. Что? Что за хрень? Ну, это что-то фантастическое, на самом деле, происходит пока что. Да, зато на скипе застрял. Ладно, вроде не так надолго. Был застревон, но это саб-24 до гизера. Жесть. Что-то не знаю, может PB мой даже. До гизера именно. 68 смертей. Ладно, сейчас надо просто сконцентрироваться и пройти быстро и качественно гизера. Сегодня на дневном ране с первой попытки, по-моему, отлетел он. Лучше с правой стороны встать, мне кажется. Жесть. Вау, что-то в конце вообще было опасненько. Поджало меня прям. Хотел сначала в угол пойти взять монетки, но потом подумал, зачем мне рисковать, если сейчас в более спокойной обстановке я смогу это сделать. Ну, идеально.
Ну что, будет First Try у нас до последней фазы? Да, будет, будет. Правда, в начале наводяшки там тоже был опасный момент довольно, ну ладно. Пройден. Посмотрим, как сейчас что-то будет у нас складываться ситуация. Вау. Вау, что я делаю? Вашу мать. Сейчас было очень два опасных момента, где я, мне кажется, должен был умирать. Было очень-очень близко. Вау, Гизер фёст-фёст-трай. Что за хрень? Ладно. Продолжаем, ребят, продолжаем. Окей, все хорошо. Ох. Саб 27 будет до пятого стейджа. Дичь какая-то. Вау, ладно. Не знаю, что пока происходит, но мне это явно нравится. Сейчас близко, близко подошел. Торопился. Блин, такая же хрень, как и сегодня днем на Rainbow Miku. Фух, я думал, что я не встану сейчас. 16 пикселей, ну ладно. Ну, продолжаем, продолжаем, продолжаем.
Get this. Thank you. Шестнадцать. Со второго раза тоже не получилось, но сейчас была совсем плохая попытка. Хорошо. Блин. Да что ты будешь делать? Что прям не могу попасть. Не мог долгое время попасть в промежуток. Рандом потрясающий, что-то. Главное на пике, на опусе не застревать. О, ну блин. Я бы еще понял, если бы на руки-то умер, но... Но вот эту смерть я не понял. Ай. Поторопился. Да ёлки-палки, давай, и перестань умирать. Спасибо, спасибо, Кит. Господи, как так-то можно умереть? Понимаю, можно не влететь, но чтоб полетел и вот так вот приземлился, то есть отжал кнопку раньше времени, ну это бред. Отлично. Так, ну теперь локус надо пройти. Быстренько постараться. Вау, first try локус, что? Это что, будет 35 до Салгрина примерно? Ё-моё. Ну это мой PB будет, однозначно. Это как-то вообще жесть. Ну чуть больше 35 будет все-таки. Нет! Сам 35 даже. Охренеть, охренеть. Напишите, у кого-нибудь работает сейчас или нет. Я так понимаю, у Гейна работал мой стрим. Так, ладно, надо как-то не растерять эту концентрацию.
Сейчас вообще про Соника забыл. Так, так, так. Ну, главное, чтобы нарандомил сейчас. Сейчас, сейчас. Вау, как повезло-то, ё-моё. Просто... Это просто жесть. Там реально, если посмотреть на повторе, потом можно увидеть, как я вообще проскочил между двух вот этих капель крови. Там расстояние реально было очень маленькое. Чуть ли не 16 пикселей, там, ну, чуть больше, да. Ферстрай первая фаза, неплохо. Неплохо, в принципе, но не особо хорошо, на самом деле. Среднее. Среднее надамажил ему сейчас. Твою мать, вот. Ё-моё. Чудеса какие-то вообще происходят. Как я сейчас не приземлился на это голубое яблоко, вообще не понял. Это First Try Салгрин. Салгрин без смертей. Офигеть. Это саб 40 до 6 стейджа. Так я не бегал никогда, честно говоря. Это может быть новый PB Double Rush. Если я очень сильно нигде не застряну. Но очень сильно я могу застрять сейчас. Потому что, ну как бы, блин, волнение-то оно в любом случае присутствует. Но я постараюсь все-таки довольно качественно пробежать 6 стейдж, нигде не застревая очень надолго. Diamond, please. Diamond, please. Почему я не могу нажать прыжок второй? Что-то меня явно сковывает. Thank you.
Дроп. Дроп подводит. Да, ну пока ГР не очень идет. Ну ёлки-палки, ну давай. Жер. Блин, не очень хороший на самом деле получился GR-экран. Можно было куда лучше. Ладно, мы продолжаем. Некуда, в общем-то, здесь думать о том, что получилось хорошо, что нет. Потому что, ну, времени вообще нет на это, если честно. Просто проходить. По-моему, без смертей доткит. Double Diamond сложный, конечно. Так, ну мы прошли Destination экран. Главное вот на этом экране очень внимательно все делать. Кстати, ну было, мне кажется, на грани вот этого первой диагонали. Блин. Диагональ. Ну вот, потеря минуты уже где-то.
Ладно, время все равно хорошее очень. Может, в этой попытке пройдем этот раунд. Это жесть. Вот на этом умирать, это вообще жесть. Блин, ну давай. Не тупи, пожалуйста. Да, волнение уже, конечно, серьезное у меня. Так, ну в этой попытке надо по-любому тащить. Но еще не все, еще не все. Да, наконец-то пройден этот экран. Нелюбимый. Что за лол? На очень легком сейве просидел очень долго. Поторопился. Надо было, конечно, еще попрыгать перед плейном. Блин. Nice.
а здесь что-то не очень заходит. Найс. Попал в тайминг. Чётко. Блин, ну шестой стейдж такой себе получается. В итоге. Почему я такие ошибки-то совершаю? Уже после диагонали надо тащить обязательно. Да что за хрень? С огромным трудом прошли последний цветок, лол. Третий попытка только. Ну чё, будет у нас пибидо босс раша или нет? Я напомню, сегодня я за 57-20 где-то пробежал до босс раша днём. Слишком сильно. Поторопился. Так бы был PB. До БР. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного абсолютно не случилось. Хрен с ним, что торопился.
это мне что-то уже не нравится. Ну хватит. Да, ребят, это PB. Это PB. 56-45 новый PB Double Crush. Так, ну теперь не тупить на Нью и не тупить на Гравимейне. На Бести и на Кримсоне будет можно потупить тогда. Реально на вот этих боссов, где о, ну блин, размен со второй фазы получился. Ну, ситуация там уже была, да, сложная. На третьей фазе, третью фазу надо перестраивать, короче, в идеале. Привет, Игорь, спасибо большое. У меня новый PB Double Crush. Но если ты меня, конечно, слышишь и видишь, потому что что-то тут народа не грузит, короче, нифига. Да, вписал, Арчи писал, что у них не грузит. Ну, с твичом, типа, проблема какая-то. Найс, найс, найс. Надо в этой попытке выносить. Так, ну что, поехали. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Минус один. Саб один до... Саб 1, короче, 1-4 бусраша. Вот так вот. Ну да, тут красные тоже меня затроллили в самой первой попытке. Короче, я разменялся со второй фазой. Ну быстро, быстро. Быстрее, чем сегодня днем я убил Нью. Если я убью Грави быстро, этого будет вообще что-то огонь. Привет, Судал. Он очень вовремя заработал. У меня тут новый PB до Boss Rush 56-45 и уже минус Нью. 2, 3, 4, 5, 6. Чё, First Strike Grave будет, нет? По-моему, нет. По-моему, нифига не будет. Ядрить, жесть. Жесть какая-то. Ой-ой-ой-ой. Минус два. First try grave. Ладно, надо, главное, сейчас не зацикливаться на этом.
Времени на самом деле вагон. Просто вагон. Давайте скримсом разделаемся сначала. Ну как разделаемся? Конечно, мы не разделаемся ни хрена. В этой попытке... Безумная какая-то попытка пока получается. Фух. А, на всякий случай, PB у меня... Ой, в PB попытки у меня 1.22 с чем-то до Бикида. То есть у меня 20 минут на Деста и Кримсона. Суммарно. Блин, музыку так я и не поменял. Да ёлки-палки, чё я куплю-то так? Не надо торопиться, на самом деле. Главное пройти. Главное пройти, если даже это будет за 5 минут. Ну, в смысле, 5 минут победная попытка на Кримсоне, то меня это устроит. Если она будет быстро, главное. Ну, блин, посмотрим сюда. Не, если будет саб 2, это сразу дроп Камилии, потому что у меня сейчас и так уже состояние такое, что когда до Камилии дохожу, и я вижу, что можно сделать, короче, саб 2, у меня трясет всего, по сути. Когда я умер на четвертой фазе, когда 1.56.30 было, это вообще жесть. Никому не пожелаю такого состояния. Ну, потому что я еле соображал, на самом деле, на этой четвертой фазе. Так, а чё я не дамажу синего, интересно? Главное ничего не придумывать, главное тут действовать реально аккуратно, мы никуда не торопимся, на самом деле. Один. Ой, не хотел я этого делать, конечно. Два, три. Так, синий все. Вы понимаете, о чем я, да? И зеленый сейчас тоже будет все. Да, зеленый все. Вот теперь можно подамажить красного. Вдоволь. Теперь уже не страшно. Ёлки-палки! What the fuck? Тихо, что-то какая-то ситуация вообще хреновая была сейчас. Мне не нравится, как красные летят. Я уже к тому, что на воде что-то будет, по-моему, вообще под. Сейчас чуть не вписался в красное. Фух, ну блин, нервишки, если честно, уже так дают о себе знать. Так, что-то какая-то ситуация вообще сложная, блин. Мне кажется, я в этой попытке не пройду. Смотрите, какая дичь. Я сделал, конечно, все возможное. Попробую пройти в этой попытке, но... Лоу. Так, 4 хп у синего остается. 3. Дичь. Вот это дичь. Главное сейчас, ну, не торопиться. Ни через какие низы не надо. Ничего делать вот такого. То есть, убиваем нормально. Нет, все-таки не удержался.
Ну, была ситуация, потому что бесплатная внизу. 16 минут на Destination у него есть. Ну, так это что-то вообще жестокое творится на самом деле. Минус 3 босса в босс-раше, 1.06. Да. Главное, да, потом. Потом, как бы, если я убью вдруг Destination быстро, потом на Бикиде опять не застрять, как это сегодня днем было. Вот это будет очень обидно. Так, тут что-то вообще как-то непонятно было. Ну, страта на фиолетовую у меня нет. Даже после трех клиров оригинального Destination у меня не появились вот этих страт на фиолетовую. Что за дичь? Блин, ну это вообще, что происходит? Ладно, 1.07. Нормально, нормально, времени много на самом деле. Так, ну то, что желтый в начале. То, что желтый в начале много, это, конечно, хорошо. Ну я так и думаю, что красный будет что-то. Еле отбился буквально от красного сейчас. Тяжелая ситуация была. Но я сам ее создал. Справедливости ради, там может быть было не очень сложно. Да, сейчас полез зачем-то прыгать. Так, желтый-синий не было. Желтый-синий не было. Вот синяя, собственно, вылезла. Желтый пока что не было. Не появлялась эта атака еще. Плохой переход, мне кажется. Ладно, посмотрим по ситуации вообще, ну. Не, нормально, нормально. Начнется все. Так, ну минус фиолетовая походу будет, но меня волнует не это. Да, я специально сейчас не дамажил, чтобы переход состоялся в центре под красную или под желтую, неважно. Плохой переход на желтую, плохой. Блин, что я делаю? Почему я сейчас не прыгнул-то? Так, короче, все нормально, все нормально. Времени еще реально много, поэтому даже если я, в общем-то, солью все, весь запас в 12 минут, то есть в 1.22 убью, да, то у меня будет потом еще таймсейв на. Ну, как бы, возможно, будет сделать таймсейв на Бикиде и Чейзе.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы я прошел раньше, чем 1.22. Так, не то что красный. Выпадает часто, это мне нравится. Но то, что желтый не выпадает, это очень плохо. Да, ну надо с красным расправляться, конечно, цветом. Ой-ой. Как-то сам себя загнал в угол сейчас в такой ситуации. Вроде обошлось. Фиолетовый не было, что ли, тоже, я не понял. Фиолетовый, ладно. Господи, что я делаю? Что я делаю? Да, пока еще, по-моему, ни одной пушки я не вносил, но это не важно, в принципе. Не важно. Важно то, что... Ну, важен сам факт, что я как-то подзастрял все-таки. Фиолетовое синее. Ну не очень хороший расклад, но ладно. Желтый, ну... В целом неплохо, я думаю. Вышел на желтый. Плохо, очень плохо. Очень плохой выход. Ну нет, все заканчивается более-менее, в принципе. Да, красный. Красный еще вообще не включался. Плохо. Бред. Я сейчас выжил. Я не понимаю. Я уже готов был жать рестарт, если честно. Ну все, в этой попытке надо решать. Приятная ситуация была очень. Тоже сейчас думал, что... Ну, нет. Нормально, нормально все. Вау! Что-то сейчас вообще я не готов был к тому, что белая фаза начнется так неожиданно. Реально, еле успел среагировать. Ну и все. Босс Rush Clear. Босс Rush Clear. Саб 1.16 до ликвида. Неплохо, неплохо. Один из ключевых моментов на самом деле вот сейчас. Тут шансов не было, по-моему.
45 минут на добитие игры у меня есть, на самом деле. Если я с Бекидом и Погоней быстро расправлюсь, то у меня есть, в общем-то, неплохие шансы, я думаю. Но загадывать рано. Один. Так, уже тройные яблоки пошли. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Ладно, неплохо, неплохо, но не самая лучшая комбинация на самом деле. Все, мы не торопимся. Один. Лобус, один, два, это три. Так, еще восемь выстрелов до расстрела. Четыре, пять, шесть, семь. Аккуратно, аккуратно играем, аккуратно. 9. 10. Так, еще выстрел, и потом уже можно расстреливать. Вау. Вау, это first try, по-моему, да? Нет, это second try. Вторая попытка. Второй ключевой момент. Блин, сейчас очень волнуюсь, конечно. Уже чувствуется волнение очень серьезное. Если говорить о предыдущем ране, сейчас минус 17 минут относительно Бекида в PB. Да, Арчи, я так понял, у тебя заработало. Да, пока все складывается просто каким-то космическим образом, на самом деле. Минус 17 минут по сравнению с Бекидом в PB. Отлично. Очень приятное место пройдено с первого раза. Ну что? Да ладно! 1.21 до Amstage. Вот это да! Слушайте, ребят, что вообще происходит? Так, ну ладно.
Да, я надеюсь, вы будете сейчас не против, если я помолчу пока что. Блин, почему? Блин, у меня руки заледенели буквально, я не могу сейчас толком даже девятку сделать. Да блин, хватит! Я девятку уже сколько раз пропрыгивал этот гейт средний. Тупой прыжок, вот этот последний. Нет, точнее два. Последний тоже тупой, но вот этот перед дабл даймондом вообще не нравится мне. Блин, давай пропрыгивай его уже. Блин, я вообще адекватно сейчас не могу что-то мыслить, как чего надо прыгать, потому что, ну, реально, нереальное происходит. Может, для каких-нибудь BBF-ов или кейксоусов, или даже редайеров это нормально, но я не бегал так никогда еще. Да господи, сейчас вот эту хрень не будет получаться. Сегодня я быстрее это прошел. Но ситуация-то была разная, конечно. Тогда время было 1:50. Сейчас плей-ин не будет получаться. Ай, я не прожал прыжок. Я влетал в 16. Я видел, что я очень хорошо, по-моему, как раз-таки расположился. Блин, прыжок не прожал вовремя. Я 16 не попал. Сейчас как-то было совсем все плохо, если честно. Сейчас
сейчас не улетел. Да что ж такое с 16 пикселями? Это не самый сложный сейв. Как я буду Diamond проходить? Как я буду Sphinx проходить? Да, ну тут ожидаемо, конечно, время будет плохое на М-стейдже. Это объясняется тем, что волнение очень большое у меня. Что я сделал сейчас? Да позже надо подходить явно. Блин, опять. Не долетаю я до 16 пикселей. Быстрее, 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 быстрее. Время уходит. Блин, я му... Ай. Эта ошибка может очень дорого мне обойтись. Когда я еще Diamond пройду? Так быстро. Я тебе больше скажу, Зорка, привет. Это мой PB текущий. Ну, то есть, я до этого никогда так не бегал. Да блин, хватит! Хватит, пожалуйста. У Редайра 1.32, тут уже не рип. Я очень хочу рипнуть саб 2. В следующий раз очень аккуратно к диагонали подойти, очень аккуратно. Что это за хренотень была? Ну, сейчас на даймонде будут фейлы, в общем, ожидаемо. Ты, я же сказал, надо подойти нормально. Да, привет, Декста. Ну, я так вам ты не видишь. Дерьмо, 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 дерьмо. Корнер надо. Корнер, проходить, проходить быстрее. Привет, Ретайр. Стейдж. На стейдже 10 минут уже сижу, на самом деле.
Зато на всем остальном я почти не сидел, по моим меркам. Давай, еще чуть-чуть. Два сложных сейва осталось. Два сложных сейва. Этот и сфинктер, и все. Спасибо за... один бит. Мать, немножко подгорает, блин, от того, что я не могу залететь. Как-то вообще коряво я этот корнер исполняю. Я так его никогда не сделаю. Блин, вай. Спасибо. Интересно, насколько на сфинктерах я посижу. Что за бред? Это же легко. Было очевидно, что я не сделаю сейчас. Уже понял. Ё-моё. Сегодня... днём я просидел минуты три где-то на этом сейве. Высоко слишком. Блин, вообще я... меня руки не слушаются просто. Я не могу. Не могу что-то делать адекватно. Или стринг не то чуть-чуть. Да ё-моё, давай, или стринг, плиз. Времени не так много на самом деле. 25 минут до сам-2. Ай.
что ж не получается тут развернуться во второй корнер. Да ж, блин, ну смешно. Да, привет, сюда, еще раз, блин, я застрял на стейдже. Ну, 20 минут у меня будет. У меня есть. Погнали. Отличное начало. Да, сегодня на первой фазе. Я когда дошел днем до Камелии, вообще какая-то лютая жесть была. Что-то я, по-моему, только две атаки прошел и все. Так, инфлюция. Ну, не самое плохое начало, но ошибка-то в игре, собственно, еще. Зря придумал. Опять Салгрин. Почему хорошие атаки рандомит в начале-то? И почему вот, блин... Ладно. Так, чё отличается? Только инфлю по этому прошёл, да, пока? Ошибку первый давайте. И потом либо Салгрина, либо Гизера. Что-нибудь из этого желательно. Спасибо. Салгрин или Гизер? Не самый лучший расклад. Ладно. Ладно, это уже не важно. Что это такое? Что это за рандом дурацкий такой? В углу меня просто как-то безальтернативно сейчас поджало, Неплохо. Неплохой переход получился. Идеально. Просто идеально. Посмотрим, что будет дальше, но пока мне нравится, как складывается ситуация в этой попытке.
Инфлюка, Салгрин и что-то там еще. Бэтраш, что ли? То, что Бэтраш остался, это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Босраж, да. Так, три атаки, все. Господи, что сейчас было, вообще не понимаю. Главное сейчас читать, вот, читать нормально. И все, дерьмо. Салгрин. Это шанс. Так, ну... Это шанс. Это шанс. Двадцать минут. Реально, четвертую с первой попытки. Надо пройти четвертую с первой попытки. Это обязательное условие для саб 2. Обязательное. У меня просто может не быть больше шансов. У меня может быть очень мало шансов на четвертой фазе. Блин, ну, конечно, ребят, я не знаю, сколько у меня сейчас пульс, но что-то это жесть какая-то. Меня, как всегда, будет колбасить, мне кажется, на четвертый. Какую-то хрень выкидывает. Давай тут молодяжку. Вот. Чё? Не понял. Тут уже не рискуем. Тут уже не надо рисковать. Господи, что? Что за херню рандомит? Не рискуем, вообще не рискуем никак. Даже здесь не полезно, мне пофиг, что там я потеряю сколько-то секунд. Это было нормально. То есть сейчас и потом... Я даже не знаю, за спам делать нет. По-моему, не хватит. По-моему, я облажаюсь. Или хватит. Я не знаю, пробовать заспам, нет? Ну ладно, давайте попробуем. Да, заспам получился. Все, не теряй голову, главное. Вот, сейчас я чуть не сдох. Если я сейчас сдохну, времени еще хватит. Времени еще вагон, считай, еще раза два можно дойти. Раза два можно дойти до четвертого. Главное без разделяшек этих сраных, потому что я не помню страту. Я не помню что-то. Я в последнее время их вообще не прохожу. Пожалуйста, я умоляю. Рандом, ну, блин, начало плохое. Такое, в принципе, можно жить.
Рандом опять. Да что ж такое-то везет мне на этот рандом. Ты же издеваешься. Ты издеваешься. Одна атака. Одна атака. Есть! 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 Са два. Есть! Я сделал это. Охренеть. Ну все. Рип спидрана К2, наконец-то. Там, по-моему, на самом деле на секунду я опоздал. 667 смертей, 1.34.19. Да, саб 1.50, как сюда говорил. Ну, что-то вообще трэш какой-то. Да, теперь можно спокойно закончить с К2. Видите, как я... Эмперор пытался, короче, траить на саб-4, у меня не получилось, что-то решил вернуться к К2, и тут просто что-то пропёрло. У меня такие попытки шли, я не знаю. Я за сегодня дважды обновил, на самом деле, PB до босс раша, 56-45 у меня PB до босс раша. Да, теперь я вернусь к спидранам Эмперор и параллельно начну баттерфляй. То есть, ну, спидран на Эмперор не буду зацикливаться. Я буду делать их по мере возможности, но в остальное время будет бабочка. То есть параллельно. 1.47, да? Ну, это реально для меня жестко. Тут весь ран получился очень крутым. Ну, и здесь слишком сложно. Я видел... Мне кажется, я не смогу как бы пройти, но здесь. Ну, что-то реально жестко, ребят. 97 сложность, это не просто так. Ну, я не уверен, Гриша, на самом деле. Там очень жесткие трапы, там раза в 3, наверное, жестче, чем в Эмпероре трапы, и боссы там тоже. Ну, не знаю, может когда-нибудь. Да. Кстати, бабочку, наверное, не буду проходить на харде. Я что-то посмотрел у Фатал Брайана, что-то как-то жестковато, мне кажется. Ну все, саб-2 достигнуто. Наконец-то можно оставить спидраны К2. Сколько я там? 15 минут Редайру проиграл, да? Получается, 1.32 у него. Так, а у Рио, по-моему... А, Рио уже Редайра потом обогнал, да. У него 1.20 с чем-то, кажется. Ну, да, 38... Нет, получается. Да, 38 минут 12 секунд от ВР отставания. Не так плохо. Нет, Ганин какой-нибудь, это вообще рак. Ты чё, дубос? Да, Ганин не будет, в принципе.
Вы по спидранен, ну ты даешь, конечно, ты чё, до 20. Мы сделали это.